Дмитрий Александрович говорит: Генка, дай мне, ну, 2-3 кассеты, так, взаймы. Деньги эти потом верну. Да не Генка, а Пашка. Ну, пусть будет Пашка. А Пашка оказался добрым. Открывает кредит. Ну и что, значит, получается? Время идет, долги растут. А про что думает Митя? А Митя думает, что это все как-то само собой рассосется. А не рассасывается. И вот приходит этот самый, как его? Пашка. Пашка. С друзьями. Бьет Мите морду. И говорит банальные вещи. Отдай деньги, а то хуже будет. И Митя несет из дому книги к букинисту или к тому же Пашке за долги. Было? Было. То, что было, ничего. Плохо, что это есть.